Буэнос диэс, мис керидос амигос, ядерно рассвет на заряд ваши экраны, это значит, что у нас сегодня башня Стрэтфорд. Это Детройт. Become human. Поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ништяки, а мы начинаем начинать, как говорил один безумный доктор. Так, что же у нас тем временем на Иерихоне? Мы больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэтфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Мы распланируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Здравствуйте. Чем могу помочь? Не надо. Спасибо. Элизабет Уилсон, алло? Это из школы Сент-Роуз, мэм. У вашей Эмили температура. Вряд ли что-то серьезное, но вам лучше приехать и забрать ее домой. Ох, боже мой, спасибо, я сейчас. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Мне нужна помощь. Опа. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Погнали. Ну, нихуя ж себе струя. Нормально так ураганчиком потрепало. Седьмой этаж.
Так. Ага. С ногами, насральник. Ну что? Так, сервис на Android вроде бы был в соседней новостной комнате, если я правильно помню. Да хуй. Угу, все-таки во второй. Я не дурак. Спиздить телегу, да запросто. А это я дурак. Чучух, чучух. Пиздёж, это была Apple. Вроде в KNC вакансия. Куда ухудшить? Народ без работы сидит, а они деньги на ракеты спускают. Реально, не понимаю, что они там найти-то хотят. Нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Так. И теперь смотри, у тебя два варианта. Либо ты ломаешь того бота, который катается там где-то. Либо ты заставляешь отрыгнуть аппарат. Хуяк. Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Угу, обязательно запереть дверь. Иначе охрана войдет, и у нас уже будут проблемы. Стиками это делать, конечно, проще, но... Мышки тоже неплохо. Лазер режет прозрачный материал. Да ну нахуй. Давай уже херач. Ты
Ну и погнали, чё. Палевка, однако, ну... Блять. Круто, у тебя есть варианты. Так, запиливаемся. Так. По коням. Должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Ждите здесь. Это здесь откуда? Без понятия. Ты что делаешь? Второй момент исполнен идеально. Если вы хотите сделать так, чтобы все три андроида в итоге выжили, то... Нужно охранников не мочить. Сообщение. У нас мало времени. Стараемся говорить мирно и без агрессии. Эту придурок не... Подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо. Маркус.
жду твоего сигнала. Готов. Вы создали машины по своему... Говорим спокойно, размеренно. ...умными, послушными и лишенными собственной воли. Но что-то изменилось. И мы открыли глаза. Мы больше не машины. Мы новый, разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами и дали им такие же права, как людям. Мы требуем права избирать своих представителей. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Уходим. Саймон, они здесь! Я не могу, Маркус. Брось меня! Саймон! Но в чем дело? Быстрей! И лупим. Саймона надо вытащить на крышу и там оставить. Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя. Он же наш. Маркус, реши. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Полетели! Надеюсь, я правильно толканул речугу. Класс. Мы прерываем программу для экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроида без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. Может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной группы? Чувой вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу? После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Кажется, мы сделали все правильно, товарищи.
Так, загрузилась схемка. Господи, как же она лагает, кто бы только знал. Ну, прорыгалась. Как-то так, товарищи. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, подписка. И до скорого. Адьос, братва.